Можем смотреть за потенциальными конкурентами. Для вас на этом матче работают комментаторы Керера, дружелюбия и настоящего футбольного праздника. Так, как и должно быть на чемпионат мира. Второй тур в группе «Б». Играют потенциальные соперники сборной «Ча». Во втором тайме не нанесли вообще ни одного удара в створ. И тем не менее выиграли благодаря автоголу. Ну и есть сегодня в составе сборной Ирана один человек, на которого этот матч вообще особенный. Сегодня будут обе команды играть только на победу. И пока его улыбка говорит о том, что все замечательно. Все идет просто прекрасно. Ансарифар 10-й, Вахид Амири 11-й, 17-й Мехди Тареми, 19-й Майло Баскуньян из Чили. Ну и, разумеется, большая бригада видеоассистентов. Рамос, капитан 18-й Жорди Альба, 19-й Диего Коста, 21-й Давид Сильва и 20-й. Евгений, что нам ожидать от сегодняшней игры в тактическом отношении? Я думаю, что Карлуш Кейруш выстрелит. Всех сил, конечно, бороться будут, выгрызать свой шанс впервые. А нет, так что теперь временно без клуба. Из-за Далахи игра началась, еще раз скажу, в белой форме. Сборная уже и Рамос пришел поддерживать атаку, как он это любит. Иска забрасывает мяч в штрафную, выходит вратарь, не рискует. Дани Карвахаль бил по мячу, но мы помним, как Начо примерно с такой же позиции попал мощно от штанги и забил гол в ворота Португалии. Давайте смотреть повтор. Да, выход вратаря, отличная игра на опережение. Мне кажется, все правильно сделал, что не стал. И нет, не удалось все-таки Амири сделать точную передачу. А что здесь? Пока что будет мяч у сборной Ирана. Да, это фол, это очень опасно. Хотелось бы отметить, что в отборочном цикле сборная Ирана забила 37 голов и 40 из них со стандартов. Так что позволить им загнать себя вот в штрафную, потому что если дать сборной Испании вот так вот комфортно расположиться, какие-то ходы в штрафную, такие мастера непременно отыщут. Азмун лежит на газоне, главный судья подходит к Серхио Рамосу, мы ждем повтор. Рекордсмен сборной Ирана по количеству голов, больше 100 он забил, он в свое время выступал за Баварию, а сейчас штрафной, испанцы его будут выполнять. Когда очень хорошая организация в обороне, как сейчас у Ирана, вот как раз решают эпизоды, вот такие индивидуальные. Это двух мячей на этом чемпионате, пока что подача, Сильва подавал, но пробить головой никому из испанцев не удается. Мне показалось, что мяч как раз попал, дошел до Диего Косты, но не получилось ударить. Там и Серхио Рамос был рядом. Мы смотрим повтор. Да, выпрыгнул Рамос, выпрыгнул Буши. И смогут ли испанцы преодолевать вот эту вот эшелонированную, уж извините за избитое слово, удара Роналду в пенальти, затем вот этот вот неожиданный мяч, который никто не ожидал. И Мире, который... Так что вот так вот. Вратари-то тоже могут хорошо зарабатывать. Удар поворотом. Иньеста отскакивает. Ой, Рамос чуть в судью не врезался. Навес забирает мяч. Али Бейранван. Бежите, какая реакция стадиона. Я думаю, что иранских болельщиков здесь больше, больше, чем испанцев. Я думаю, что примерно 30 на 70. Серхио... Я был рядом, но тут же испанцы вступают в прессинг. Бускетс. Великолепное чтение игры. Приходится Азмуну нарушать правила. А он-то у судьи уже давно на карандаше. Интересный эпизод. Я надеюсь, нам покажет повтор, в том числе и того момента с Диего Костой. Да, вот здесь было нарушение. А вот с Диего Костой мне показалось, что тоже было нарушение, но... Только судья... он! Удар поворотом! Рикошет! И мяч прилетает прямо в руки вратаря. Да, все спокойно. Удар был неплохим. Он, наверное, не так рассчитывал Сильва пробить. Хотя здесь был рикошет. Конечно же, мяч летел в угол. Не скажу, что атаковать, а сейчас атакует сборная Испании. Отличная передача! Уже надо выбивать иранцам мяч и удаление фланговых защитников. Альба и Карвахаль, люди, которые должны, по идее, какую-то широту, да, создавать? Да, мне кажется, помешали сейчас здесь Иско и Сильва друг другу. Нам намекают на то, что была игра рукой. Если честно, я не успел определить. Поэтому Иско на вес Иньесты. Головой бить не дают, но мяч остается в штрафной. Удар! Хороший момент был, и Сильва бил через себя. Давайте смотреть повтор. Отличная передача Иньесты. Здесь борьба. Пике скидывает на Рамоса. Рамос чиркает дальше. И вот здесь Сильва в своих ярких желтых бутсах хотел также ярко и эффектно забить гол. Сложно, конечно, было. Отскок мяча, так что вот надо направо. Да, отлично. Вскрывают фланг. Можно подавать.
Прострельная передача, и Серхио Рамос здорово играет головой по поводу незрелищности. И Рам просто играет в свой футбол. Зачем им зрелищность, если они знают, что только такой футбол, оборонительный, организованный, с острыми контратаками, может принести результат сегодняшнего матча. Резаян выполнял 10-й номер. Подача. Не дают пробить испанцы, они тоже тут умеют действовать. Британскую повязку отдаст. Ну, может, выйдет кто-то, кто является настоящим капитаном. Наверное, ну, не знаю, может быть, решили чуть-чуть время потянуть, потому что обычно так падают и переживают, когда надрыв происходит. Еще одно падение. Ну, правда, там был Диего Коста, а когда поблизости находится Диего Коста, все время происходят какие-то происшествия. Он прямо как притягивает к себе. Но вратарь собирался выносить мяч, к нему подошел Коста, после чего вратарь захрапал. Диего Коста очень игривый. Конечно, предсказуемый в первом круге. И на таком уж высоком темпе. Ну вот, наконец-то! И Сильва! И вот дождемся. Нет, пока виноват. Идет только третья. Я уже предвосхитил немножко для сборной Ирана желанную перспективу. Нет, еще предстоит там секунд 40-30 продержаться. Ну, как оценивать игру сборной Ирана? Делать замены и на втором тайм вывести все-таки немножко другую по темпу и по агрессии сборную. Первый канал продолжает прямую трансляцию с Казань-арены. И официально по всем правилам в 1/8 после того, как сегодня борется против Пике и Рамоса. Показывает нам Карвахаля. Он вернулся после травмы, которую получил во время очень скоро появится. И первым шел как раз Асенсио. Игрок, который может взорвать этот иный навес. Посмотрим, чем это закончится. Навес! Удар! Момент! Повезло ему. Иско вперед опять. Передача на Косту. Коста отскочила. Можно пробить касание. Удар! Удар еще! Да, сейчас только со второй попытки. Голкипер Бейрон-Ванд выручил свою команду. Отскочил мяч под удар Бускетсу. Тот довольно редко, надо сказать, бьет. Но тут уж больно была шикарная позиция. Хорошо мяч на него выскочил, лег под ногу. И хороший удар-то получился. Да, получился удар отличный. Давайте смотреть повтор. Не видно отсюда, кто бил. Васкес был на добивании. А вот здесь у нас Бускетс, да? Бускетс. Пошел. Васкес. Штрафную. Отлично. Момент. Вроде все хорошо, но чего-то не хватило. Очень хорошие две атаки сейчас провела сборная Испании. В первой Диего Коста поучаствовал, во второй здесь здорово. Карвахаль открывал, отлично увидел Иско с правой ноги не попал в ворота. Хотя передача была сумасшедшая. Там человек 5 штрафной. Смотрите, как здорово борются. Отскок, удар! Нет, это не гол! А показалось, что мяч в сетке. Вот это да! Как снег на голову. Мы уже говорили, что бросают далеко. С боковой стороны. А на секунду, на какое-то мгновение показалось, что неужели. Смотрите, как подстраховывают друга, как навязывают борьбу. Но Иньеста с мячом. Отлично. Диего Коста. Левая нога. Гол! Диего Коста. Он дождался своего момента. Продавил оборону сборной Ирана. И это 1-0. Там, похоже, еще и рикошет случился. Но вот все-таки удалось испанцам наконец-то зайти с мячом в штрафную. Может быть, где-то иранцы даже и раскрылись после этого момента. Через центр пошла атака. Вот, посмотрите, ключевой момент. Да, ключевой момент, конечно. Ключевым образом играют головой. Навес! Угловой удар. Передача была очень хорошая как против раз. Против него Карвахаль, можно играть. Подача! Тареми! Удар! Это было опасно. Да, это было опасно. И, конечно, Давид Де Хей сейчас высказывает своим партнерам, потому что действительно Иран прибавляет. Давайте смотреть повтор. Такая не очень, наверное, правильная передача, потому что слишком мягкая была. Но, тем не менее, футболисты Ирана умудрились пробить поворотом. И все это было... Совершенно. В таких условиях даже Месси бы почувствовал себя неуютно. Не только разным, но штрафной. Да, сбору тяжело. Я уже говорил в первом тайме, что 3 футболиста всегда с ним борются. И, тем не менее, он вот так помог своей команде выйти из обороны, из уверенно. Да, в итоге подача с правой. Мяч в штрафной Испании. Гол! Вот о чем мы говорили. Передача на дальний угол штрафной. Подбор. И это 1-1. Сборная Ирана сравнивает счет. Сейчас... Подожди, еще будет просмотр. Судья показывает, что иранцы радуются. Возможно, еще напрасно. Там, возможно, было планы
далеко не могут чувствовать себя в безопасности. Да, вот здесь чиркнул мяч и, конечно же, вне игры, да. Был офсайд. Расстроенный футболист. Делает пас. По-моему, ушел мяч. Нет, можно играть. Судья не поднял флажок. Показалось мне, что там мог уйти у Иньесты мяч за пределы поля, однако нет. И вот сразу две замены. Вначале выйдет на поле Коке. Здорово! И где мяч? Где мяч? Замер он практически на линии. И испанцы уже пытались его туда как-нибудь пропихнуть. Иранцы наоборот. В итоге гола нет. Самоотверженная оборона у Ирана. Я просто не понимаю, как сейчас мяч не залетел в ворота. Давайте, во-первых, отличный розыгрыш. Сильва